Доброе время суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, а перед нами Xiaomi Pad 5. И в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить запись видео с экрана. Например, как поменять качество нашего скрин-рекординга, как изменить источник звука и так дальше. Для этого мы заходим в настройки, выбираем пункт «Расширенные настройки». В расширенных настройках нажимаем «Запись экрана», и здесь можем все поднастроить. Можем настроить разрешение, качество, ориентация, включить или фиксированное FPS, или вручную настроить FPS, выбрать источник звука во время записи и разные-разные другие настройки. На этом все. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.